тысячи учащихся Высшей школы талантливых и амбициозных Самара принимает крупнейший форум России студенческая, в числе гостей и руководитель Рособорнадзора Сергей Сергеевич Кравцов. Он посетил площадку Корпуса общественных наблюдателей и вместе с волонтерами обсудили механизмы развития нового института общественного контроля. Разговор шел и о всероссийских проверочных работах. Совсем скоро их предстоит выполнить школьникам страны. Обсудили и перспективы развития системы независимой оценки знаний студентов вузов. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что участие студентов в общественном наблюдении за процедурами единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, экзаменов в самих высших учебных заведениях – это очень эффективный инструмент и механизм объективного оценивания. Объективное оценивание – это качество образования. Позиция и Рособорнадзора, и позиция Самарской области всегда была такой, что результаты, которые мы получаем на едином экзамене, должны быть максимально чистыми и честными. И поэтому мы всегда уделяем огромное значение корпусу общественных наблюдателей. У нас каждый год, год от года, это количество людей активных, которые хочет себя в этом деле проявить, растет. И со всей страны в прошлом году приехали к нам в Самарскую область, и порядка 400 дополнительно общественных наблюдателей, молодых, закрыли практически все пункты проведения единого госэкзамена. Да, наши дети показали, что они и в этих условиях могут показывать хорошие результаты.